заливаем воды. Сколько воды литров? Литров 8-7. Литров 8-7. Это 5000 чиллер с фреоном. Вот сзади есть шкала, соответственно, с которой наливаем воду жидкости. Замыкаем контур входа-выхода вот такой вот трубочкой. Подключаем питание и включаем его в сеть. Set и стрелочка вверх. Зажимаем комбинацию клавиш Set и стрелочка вверх. Высвечивается 0. Выбираем 8. Выбираем 8. Утверждаем. 0. Ну, подробная инструкция будет под этим видео, поэтому просто пока смотрим. Вот так вот, вполне несложно, выполняется настройка этого чиллера. С помощью специального отверстия сливаем воду.